Голубой электробус начинает свое движение рано утром, забирая с остановок заводчан. Помимо перевозчика, выполняет еще и тестовую функцию. Кабина водителя – пульт управления новым вариантом городского транспорта. Здесь процент зарядки пишется, запас хода у него. Здесь снимается полностью круговой обзор камеры. Для пассажиров главное удобство – это сиденья и проходы, которые гораздо шире обычных. Кроме того, в электробусе предусмотрены розетки для подзарядки электронных устройств, а также места для маломобильных горожан и даже собак-поводырей. Челнинцы оценили новшество. Молодая мама сможет поднять коляску и, как говорится, с ребеночком проехать до поликлиники. А наша газель так не сядет. Едет легко, хорошо, не дергает при остановке, как те автобусы. Заправка электробуса рассчитана на 60 километров. Именно на такую дистанцию транспорт тестируется сразу на нескольких заводских маршрутах. Главное преимущество автобуса на электричестве – экологичность. Основная наша задача – это узнать, насколько надежен данный автобус. Качество, конечно, комфортабельность, комфортность как для самих пассажиров, так и для самого водителя. За 2 недели эксплуатации практически нареканий данного автобуса нет. После рейсов электробус отправляется на заправку, после чего машина снова готова к поездкам. Такие тестовые рейсы продолжатся до конца года. Светлана Звонарева, Любовь Захарова, Тагир Бикметов, ТНВ, Набережные Челны.